Итак, мы выбрали подходящий момент, дорогие друзья. Сейчас они сойдутся прямо напротив. А посмотри, какая. Так ты же не выдавай все наши секреты заранее. Между прочим, блокетная жопа. А то наши зрители заранее обрадуются, да. Цвета национального флага. Посмотри, какое отражение воды. Цвета это... национального флага. Да, 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 дорогие друзья. И это символично. И та, и та. Да подожди, и та, и та. Вот ему не терпится. Ты лучше за сумками смотри. Спасибо. Вот, дорогие друзья, к чему я вел. Какая красота. Это такой плывучий ресторанчик. Ага. Сидят люди и кушают. Ну, естественно. Ужинают. И обозревают окрестности. Странно, что музыки нет. У нас сейчас там еще музыка была живая. Одесситка, по-моему, пела специально для нас. Напомню, какую песню. Боже, какой мужчина. А, боже, какой, точно, как я мог забыть. Смотришь за сумкой. Да, дорогие друзья, если вы скажете, что вам это не нравится, и это некрасиво... Можете бросить в меня камень. Не, ну тогда нам просто с вами не по пути. Вы уже свидите. Тогда ставьте дизлайк. Да, хотя бы дизлайк, отметьте. Хотя бы так. Наши скромные усилия, да. Так, а что у них? Тур Дубай там сзади написано, да? На яхте сзади синее. Тур Дубай. И наш канал снимает канал Дубай Марин. Да, ладненько, побежали дальше. А, мечеть, эта красота нас никак не отпускает. Вот мы. Лампочка перегорит. Где? На мечеть. Не понял. А? Ну, сомневаюсь, что лампочка перегорела. Да. С лампочками тут видите, как видите, все в порядке. Тут не только с лампочками. Главное, что тут с мозгами. Что-то я не вижу никакого верного отключения электроэнергии. Да, дорогие друзья, просто я не знаю, сколько это нужно электроэнергии. Это и главное, ни на чем. Это наше изобретение. Верное отключение электроэнергии. Видишь, это наше достояние. Это наше. До них еще не дошло. Да, дикари, это верное отключение или вообще отключение. Да экономия и экономия электричества – это наше национальное достояние, дорогие друзья. За границу в 3 раза дешевле продается. Когда ночью садится лайнер, тут все, вокруг все сияет еще километров за 50, за 100. Вот этот вот район. Ну, говорят, все что когда... Вообще-то. Да, все побережье. Все Эмираты. Говорят, когда сияет там Лас-Вегас, ну это единичный как бы пятачок в Штатах. И там видно его чуть ли не из космоса. Я думаю, что вот здесь все видно из дальнего космоса. Так, там хоть видно из ближнего. Так, дорогие друзья, мы вот пройдемся, покажем вам вот здесь. Вот этот заливчик. Оно, видите, вот такими вот заливчиками идет. Сначала выходит волной такой, выходит туда, в пролив, потом сюда внутрь, потом опять туда. И вот такой вот, не знаю, синусоид это можно назвать? Можно. С натяжкой, но можно, наверное. И вот так оно все побережье, чтобы максимальная была... выход, максимальный доступ к виду, ну, называют вид, с видом на море, а тут с видом на залив. Этот. Или это искусственный канал. Да, какие отблески, какие блики на корабле. Это не подсветка, это он так бликует. Да.
И это мы вот этот всеми кусочек уже 10 серий сделали. Нет, надо мне оттянуть отсюда. Забрать у меня все. Сначала техника хотела это сделать в виде переполнения памяти. Но у меня столько карточек с тобой, что не дождется. И разрядки всех батарей. Но у нее получилось с трудом. А какие лунные дорожки, дорогие друзья. Любуйтесь вместе с нами. Да. Как же, дорогие друзья, да, прав был этот, кто там, царь Соломон, что все пройдет, и это тоже, а хорошее проходит особенно быстро, пролетает буквально как одно мгновение, и остановить его не в силах никто на этой планете. Да, даже, наверное, во Вселенной это не подвластно, время не подвластно никому. Пролетает, да, все как одно мгновение, а хорошее особенно быстро проходит. Ну что ж делать? Поэтому нужно, дорогие друзья, ценить близких, ценить родных, ценить каждое мгновение, особенно когда это вот такие вот мгновения. И ну вот у нас прекрасная возможность запечатлеть это все в памяти электронной и потом долгими зимними вечерами пересматривать. И ну, не побоюсь это слово, кайфовать каждый раз заново, как в первый раз. Побегу дальше, Андрюша уже на том берегу, а на том берегу так побежал. Так, дорогие друзья, мы сместились вот, еще дальше. Ага. Видно ли? Видно, я думаю, видно. Когда он движется, его должно быть видно. А это не лунные, дорожки от иллюминации искусственной, сделанной человеком. Даже как-то это слово режет слух, правда? Искусственное. Это сделано с любовью, дорогие друзья, и с громадным желанием реализовать все самое лучшее. Мы привыкли давать этому слову негативный оттенок. Искусственное, значит, какое-то оно неестественное, синтетическое, химическое, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну вот она, искусственная, жизненная, живая красота человеческая, созданная человеческими руками. Так, а что у нас там, на том берегу? А на том берегу незабудки цветут. Незабудки, говоришь? Так, время остановилось, дорогие друзья. Остановись мгновение, ты прекрасна. Да, ну, тем не менее, правда жизни, да, не дает остановиться на одном месте. Суровые рабочие будни сменяют праздники, и это самое печальное. Ну что ж, не будем унывать. Не надо печалиться, дорогие друзья, вся жизнь впереди. Надейся и жди. А что нам еще остается? Да, как они здорово идут. Встреча на Эльбе. Встречаются. Встретились не в море, а в канале Дубай и Марина. Сошлись, как в море корабли. На канале корабли. Да, недолго музыка играла, сошлись и все-таки расходятся. Да, разошлись, как в море корабли.
Дорогие друзья, а знаете, я вынужден многих из вас разочаровать. В чем, спросите вы? А в том, что вы не найдете здесь столь любимые у нас дома, здания, дома из кирпича, белого и тем более красного. Здесь, дорогие друзья, да, но тут уже даже не 21-й, а 22-й, наверное, век, дорогие друзья. И основа всего строительства – это бетон, сталь, бетон и стекло, дорогие друзья. Кирпичу здесь не место. Это Дубай, детка. Так, а что у нас сзади за спиной? Ух ты! А сзади у нас водопад. И не, даже не Виктория и не Ниагарский. А у нас, дорогие друзья, какой-то электронный водопад. Надеюсь, вы еще не зашли в режим насыщения и продолжаете удивляться вместе с нами, дорогие друзья. К этому невозможно привыкнуть. Это восхищает и удивляет постоянно. Многие здесь бегают, дорогие друзья. Да, по такой набережной, совершая променад, я бы тоже бегал с превеликим удовольствием. Утром и вечером, зимой и в лютую зиму и в знойное лето.